этом видео снова покажу вам цены на экскурсии. Значит, в моих руках прайс-лист. Значит, в прошлом видео, когда я делал, люди заметили, что никакого смысла не было читать. Сказали, что проще было показать, кому надо, там паузу нажмут, все внимательно посмотрят. Вот, собственно, в этот раз я так и сделаю. Сейчас расположусь поудобнее. Так, значит, вот взял прайс-лист в кафе «Афродита». Здесь в цитрусовом совхозе рядом с школой находится. Ну вот что видим, туристическая фирма «Кавказ». Все данные, все цены здесь будут. Значит, я просто пройдусь медленно. Если что-то где-то не увидите, жмите паузу просто. Надо понимать, что если едете в Абхазию, и вообще те люди, которые ездят в Абхазию, они едут сюда прежде всего из-за природы и из-за тех замечательных мест, которые можно посетить вот в плане экскурсий. Поэтому, если едете сюда, ну, скажем, на неделю, ну, сразу планируйте. То есть день, допустим, на море отдыхаете, день у вас экскурсионный. Тогда у вас отдых будет незабываемым и очень-очень вам здесь понравится. Так, ветер тут мне немножко мешает. Надеюсь, все будет хорошо видно. Посмотрите. Цены на экскурсии примерно на одном уровне находятся, где бы вы ни заказывали. Поэтому, ну, момент такой, чтобы просто вам удобно было. Чтобы никуда ехать не надо было, откуда забрали вас, грубо говоря, чтобы туда и привезли. Самый, наверное, идеальный вариант был бы. Так, ну и покажу вам немножко берег. Здесь у нас цитрусом. Это лето немножко отличается от тех, которые здесь обычно. Вот я разговариваю с людьми. Все-таки обычно жарче бывает. Да и туристов, честно говоря, побольше. Ну что ж, спасибо за внимание. Тему раскрыл. Цены на экскурсии в июле 2019 года в Абхазии. Спасибо за внимание. С вами был Лев. Пока-пока.